Ну и давайте доставать моих джиборок. Когда они уже закончатся? Все, закончились, наконец-то. Ну и начинаем потихонечку их прокачивать. Может быть, блин, что-то они не прокачанные совершенно, некоторые. И начинаем потихонечку собирать нашу армию. Видите, он выглядит как какой-то бандит. Такой гопник маленький, маленький гопник. Ну все, друзья, достаем мою великую грозную армию. Хотел бы я сказать, что при записи этого видео ни один джиборка не пострадает, но, друзья, я не хочу вас обманывать. Думаю, что погибнут они, скорее всего, все. Все за мной. И все в атаку, вот на этого шипастика. По 12 урона. Есть один. Все-все, ребятки, молодцы, вы справились. Атакуйте вот этого придурка. Молодцы. Диадон идет на помощь. Ну и, друзья, первая более-менее серьезная проверка. Цератозавр. В атаку, моя великая армия. Он, наверное, в них хилиться будет, ребята. Я, наверное, им помогу. Хотя и Диадон мой тоже, видите, не остается в стороне. Он тоже начал хилить моих ребяток. Еще один цератозавр. Блин, 125 уровня. Ну, я им помогу. Я им помогу. Пока что. Пока что моя армия не полностью готова к таким серьезным сражениям. Ну, пока все нормально, смотрите. Они пока не сильно просели. Атакуй! Ладно, погнали дальше. Как вы думаете, здесь будет 20 штук джиборок? По-моему, уже как минимум половина отсеялась. Просто потому что потерялась. Все, вот, в атаку. Вот, сейчас будет настоящая заруба. Ну и, наверное, следующий неравный бой, которым все, скорее всего, и закончится. Своему Диадону я, конечно же, помогу, но вот джиборки, я думаю, начнут сейчас здесь потихонечку умирать. Да, первый джиборка погиб смертью храбрых. Ух ты, а тут еще и Диадон топовый был, блин. И остались от него только лапки да шляпка. Ну, в общем-то, держатся молодцом пока. Но минус 3 уже, по-моему. И сейчас самое неудачное время для джиборок. Это смена погоды. Они останавливаются, прекращают все, прекращают бой и начинают гундеть. В общем, печаль, беда, друзья. Хотел я их довести хотя бы до одного червя смерти, но боюсь, что не смогу. 9 штук их сейчас за мной идет, я их посчитал. А погибло всего 3, значит, почти 10 штук просто-напросто потерялись. Застряли где-то в камнях, в текстурах, в деревьях. В общем, там, где можно было застрять. Да, естественно, без Диадона их порог выживаемости был бы намного меньше. А я сейчас полечу, попробую собрать тех джиборок, которые подотстали. Так что я полечу по нашему маршруту и попробую найти еще хотя бы несколько джиборок. Чтобы наша битва с червем смерти была легендарной. Вот прям как арена Мантикоры, так чтобы и с червем смерти мы тоже сразились. Ага, одного нашел. Нашел, друзья, еще двоих. Я же говорю, что многие просто-напросто потерялись. Ну, как будто бы это все, кого я смог найти, еще 6 тушканов. Ладно, все, полетели снова в пустыню к моим и попробуем найти червя смерти. И чтобы их смерть была, моих тушканов, чтобы она была достойной в битве, в сражении. Так, более того, я их сейчас подкачаю. Наверняка они прокачались хоть немножко, получили хотя бы по пару уровней. Ну что, моя армия, пойдемте. Навстречу к подвигам. Итак, друзья, наступил час X. Мы будем сражаться все вместе. Я буду помогать моим малышам.
Ну, насколько смогу. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый. Пятый. Блин, ребята, последний остался. Ах, как я не хотел, чтобы он погиб. Кто бы знал. В общем-то, ребята, это кладбище моих бедных джиборок. Остались от них только острые козырьки. Блин, была бы могилка, я бы здесь сейчас поставил могилку, свечку и, в общем-то, помянул бы моих ребят. Хотел, честно говоря, чтобы хоть один выжил до конца этой битвы и его уже усадить куда-нибудь на вершину моей базы, чтобы увековечить их подвиг и их бесполезную жертву, потому что на самом деле все это было просто во имя кринжа и во имя прикола. В общем, мне вроде как и стыдно, и слезы из глаз, и от смеха, и от стыда. Мне их действительно жалко, но вот, в общем, так бездарно они все погибли. Ну как бездарно, они, в общем-то, показали, что это бестолковая идея, ребята. Никогда так не делайте. Вот попробовать сделать армию каких-нибудь бегамостаксов, вот это было бы, наверное, действительно круто. Мне кажется, они бы действительно решали, как вам кажется. Могла бы зарешать армия бегамостаксов. Ладно, все, друзья, я лечу домой, и хватит баловства, продолжаем.